Чрезвычайный и полномочный посол Германии в России Рюдигер фон Фрич прибыл в Нижний Новгород с однодневным рабочим визитом. Первой точкой его посещения стал Горьковский автомобильный завод, который с недавнего времени осуществляет контрактную сборку легковых автомобилей Volkswagen и Skoda. Послу продемонстрировали полный цикл производства от сварки и окраски до финальной стадии сборки. На главном конвейере ГАЗа, цехе производства грузовых автомобилей, Рюдигер фон Фрич осмотрел производство Mercedes Sprinter. Всего в России успешно работает 6000 совместных предприятий с Германией. Горьковский автозавод не исключение. Именно партнерство с Германией вывело его на новую ступень развития. Посол выразил уверенность, что сотрудничество будет только крепнуть. Я надеюсь, что политическая нестабильность никак не повлияет на взаимоотношения наших стран. И именно мы, политики и послы, как раз работаем над этим. Мы убеждены, что Россия является замечательным партнером, благодаря которому можно будет решить сложившиеся трудности. Впрочем, сотрудничество с Германией только автопромом не заканчивается. Недавно Нижегородская область наладила производство фармакологической упаковки совместно с Германией. На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области присутствовали руководители совместных предприятий Нижегородской области и Германии. У нас уже сейчас около 30 совместных предприятий с германским капиталом. И присутствуют ведущие германские фирмы, кроме названных господином послом. Я бы назвал Ротенмайер, Лакхомель, Шот. Германия по итогам прошлого года стала лидером по объему инвестиций в Нижегородскую область. В ходе встречи стороны договорились налаживать дальнейшее сотрудничество. Немецкие предприятия готовы взаимодействовать с Нижегородской областью при подготовке к проведению в городе этапа Кубка мира по футболу в 2018 году. На этом день приемов дипломатических работников не закончился. Посол Эфиопии в России Касахун Дентермелес поделился планами о создании в Нижегородской области почетного консульства страны и предположил, что основными статьями импорта из Эфиопии в Нижегородскую область могут стать цветы, бобы и кофе. Пока торговое сотрудничество строится исключительно на основе экспорта. Кроме того, была достигнута договоренность о том, что столица Эфиопии, Аддис-Абеба, станет 12-м побратимом Нижнего Новгорода. Валентина Тимонина, Ярослав Гунин, Сергей Коваль, Горький ТВ.